Итак, мы сняли колесо, и теперь его нам надо разбортировать. Для того, чтобы его разбортировать, его надо сначала спустить. Можно выкрутить заводник, можно просто его спустить. Теперь его можно выкрутить. Так, вроде бы отстало. Теперь нам надо его раскрутить. Так. Берем ключик и шестигранничек. Так. Вернуться, Саша.
Ну и сразу их наживим. Все три, которые крутили. По одной гайке и по одной шайбе. Так, далее будем снимать вот этот. Так, это у нас восьмерка, судя по всему. Да. Так, здесь уже без шайбы. Собственно говоря, третий. И все, у нас уже наш диск начал расходиться. Так. Самое главное, должны остаться. Так. Вот эти вот прикрученные, потому что они центруют ось. Собственно, вынимаем болтик, у нас идет сюда, так, теперь здесь. Лопаткой надо поддеть. Все, разбортировали. Остается еще только вытащить сосок и все. Хотя, в принципе, сосок можно было бы и оставить. Но если сказали, что нужно отослать только диск, значит, нужно отослать только диск. Закручиваем обратно. И будем упаковывать. Все.
Так. Лишнее сейчас обрежем. Здесь у нас все чисто, все ровно, абсолютно. Собственно говоря, упаковываем. Все это дело. Так, теперь три болта. Еще три болта. Так. Чтобы нигде ничего не ударилось и дошло все к цельности и сохранности. Все, дальше упакуют в коробку и отошлют клиенту.